Приволжском районе впервые за 5 лет увеличилось количество первоклашек. К примеру, в Обячевской школе вместо 4 первых классов откроют сразу 6. Руководство учреждения решило проблему второй смены и нашло кабинеты для всех школьных коллективов. Сами учебные помещения уже готовы к приему детей. У нас во всех учебных зданиях, во всех классах установлен весь комплект необходимой мультимедийной техники, компьютер, проектор, экран. Кроме того, вот в этом основном здании школы у нас установлена внутренняя локальная сеть с выходом в интернет из каждого учебного кабинета. Всего же ремонтная кампания прошла в Прилузском районе на 15 миллионов рублей. Приемка школы и детских садов в муниципалитеты еще идет.